Всем добрый день. Это поселок Кабардинка, 29 июня 2024 года. Вот нашел такой памятный знак, тенечки. 19 июля 1836 года отрядом генерал-лейтенанта А. Вельяминова было заложено укрепление, названное Александрийским, позже Кабардинским. Ну а сейчас хочу сходить к старому парку, еще раз посмотреть, что и как там. Так, вот здесь переход, это улица Мира, речка Дуб, вот, сейчас покажу речку Дуб. Ну что, ну переход, старый парк с той стороны. Вроде нет машин, переход. Вот старый парк, культурный центр. Цикады работают по полной программе. Улица Мира, 18А. Если кто захочет сюда сходить, здесь съездить. Здесь экскурсии различные. Ну какой другой? Ну что, нам направо. Вот территория, старый парк, здесь всякие постройки интересные поставили. Вход платный.
подходе кассы. Знакомый персонаж. Змейка рыночная, иначе. Для информации, в Бабдинке уже несколько дней ледяная вода. Прошло глубинное течение, холодное. 18-19 градусов вода. Воздух прогревается до 30 за день. А вот вода ледяная. Вот только что ходил на пляж. Купаются единицы. Ну, еще бы. 18 градусов. Вот, собственно, площадь. Туда приходят экскурсионные автобусы. Как вы видите, желающих сюда попасть предостаточно. Приезжают и на авто, и на автобусах. Сейчас постараюсь цены показать в кассе. Театр старого парка, пожалуйста. Вот это целый комплекс. Вот очередь в кассу. А здесь вход. Если человечество и выживет, то лишь благодаря силе своей культуры. А кто это высказал, не написано. Улица Черноморская, 55. Вот такая информация. Вот, пожалуйста. Видите, тут декоративный храм. Вряд ли это действующая церковь. Объект российской туристической маршрутки «Золотое кольцо Боспорского царства». Вот так. Ну, кстати, ну, собственно, это не в театр. Это в театр. А вот касса. Ну, вот. Стоимость посещения: взрослые 800 рублей, детские 400 рублей, дети до 6 лет бесплатно. Ну, вот. Пожалуйста. Здесь какой-то античный уголок. И тут же сфинксы египетские. Интересно. Ну и как бесплатный бонус к видео, вот в ту сторону, куда смотрит камера. Совсем немножко пройти или проехать, и будет довольно известный пивной бар или пивной ресторан на Тюльрих. Конечно, конечно, пей пенный, выдрови 45 тысяч рублей. Пойти что ли, сходить выбрать, мне же везет.
То есть вот если вот туда и поворот налево, там будет ресторан на Тюрьме. А дальше там жилой комплекс закрытый. Ну давайте я схожу сейчас, покажу этот ресторан на Тюрьме. Пивной бар. Вот здесь техническая часть старого парка. Не буду заходить, не буду мешать работающим людям. Вот такой закрытый жилой комплекс. Название его не знаю, но симпатично выглядит. Вдали от суеты людской. Улица Черноморская, 47. Так, чтобы меня не задавили, я здесь пойду. Как раз туда едет. Странно, почему здесь дорожку не сделали. Ну вот, собственно, пивной ресторан на Тюрлих. Судя по всему, пока еще не открылся. Знает прекрасно, что любители пива просыпаются не раньше часа дня. И вот въезд в поселок закрытый. Вот он, на Тюрлих ресторан. Вид, кстати говоря. Интересно, будет видно отсюда руки зла и добра, или как там называют, серебряные и золотые? Нет, не видны. Не видны. Лично я не вижу. Вот скоро поеду на джипе в горы, свозят на эту, на бешеную горку. Там две руки, была одна серебряная, сейчас поставили еще одну золотую. Но на ладони этих рук можно залезть и сфотографироваться на память. С этой горы видна вся картинка. Ну что ж, на этом я заканчиваю свой обзор. Всем всего хорошего.